4-1. Ну, примерно то же самое. Ну, вот, все, смотри, ровно, рыба здесь везде стоит. Ровное дно. Яма, да. Видите, такая глубина, да? Да, 4-1. Вон сейчас рыба. Дальше конец пройдем. Вон рыба. Да. Здесь никто не ловит, поэтому она, блядь, не пуганая здесь. Зима. Для истории. Увековечить надо. Ужас, Володь. Мяч и камера не выпал из рук. Так, Леха, вот твое место. Иди ты руки. Сандалии. Где? Вон сзади. А что у тебя здесь 7 бумажек? Там одна. Одна бонусная. Одна бонусная. А то есть кто-то не участвует, дисквалификация? Да. Ну что, товарищи, да. Рад приветствовать вас на первых открытых любительских соревнований по фидерной ловле. Пурга 2014. Да. Ужас. 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 Минус 22 за бортом. Ну, это никого не волнует. Правильно. Все ребята у нас экстрим. Сильные, да. Экстрим. Выносливые. Антоха, приехали. Давай. Наливай. Команда. Приехали самые стойкие отборные. Ну, по очереди. Да. Сильные. Жеребим. Так, я сломанная рука. Давай. Давай. Сломанная рука. Нога. Сейчас, наш спецэффект. Да. Жуки нагнали, блядь. Один! Сам конце же. Или... Начали на ямке на моей. Ах ты! Где, вот здесь? Давай. Где ты меряешь? А, на твоей, блядь. Я ее нашел. Ну да, самую глубокую выбрал, точно. Да. 4,6. 4. Самая жопа, блядь. Середина. Жопа, блядь. Это где? Что-то там бумажек больно много, чем, блядь, нас. А там дисквалификация есть. Бонус, блядь. Пинок пошел. 5. Ну что, Павел? Прошу. За тобой. А ты тут, что ли? Павел. А ты пятый зона? Три. 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 Два. Или шесть, да. Может, знаешь, пять бумажек будет. Вот. Бобрусь. Играть в буёк. Ну это нет, перетяжки. Я не согласен. Да ладно. Я не согласен, парни, играть в буёк. Мы же там обсудили. Мы же обсудили, да? В нырки. Два тоже. Два. Ура. Ну, товарищу опоздавшим будет номер 6. В буёк. Так, сколько у нас сейчас времени? Время. Сейчас скажу. 9, наверное. Давайте определимся по времени, сколько мы играем. Ну я думаю, до двух, действительно, как ты говорил. Ты сегодня как будешь в спортивном режиме работать? Смотреть, вот, любоваться природой. А, через каждые 30 секунд не будешь перезабраться. Нет, я сегодня буду наслаждаться погодой морозной. Ну и рыбой, конечно. Если будет. Если будет. Все, дай, понятно. Да, это твой корректор. Все. Thank you.
Итоги. Итоги. Наш фестивальчик «Поругать 2014» закончился. По итогам нашего фестиваля у нас два номинанта. Павел за самый большой вес получает «Пургу» 2014, наш кубок. Ура! И Сергей получает приз за самую большую рыбу. Два подъязика. Коньяк. О, коньяк, алкоголик. Коньяк. Ура! Всем спасибо, все свободны. Да. Все, 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 все,